Всем привет! Это мое новое видео. И его я хотела бы посвятить такому миксу наших событий, которые будут происходить прямо сейчас. Это наш самый большой выезд, который есть в турецком чемпионате. Это город Чинакале. Это наш переезд. Мы наконец-то будем переезжать из гостиницы, в которой сейчас нахожусь, в нашу новую квартиру, которую мы очень долго искали, потому что сейчас не сезон. Ну, наконец-то мы дождались, я рада нашему терпению, потому что жить в комфорте, в уюте и в пространстве, которое тебе нравится, очень важно. Плюс я покажу наши тренировки, игры, атмосферу, ну и все, как мы любим, наш такой волейбольный накал. Ну что, начинаем сегодняшний день с выезда. Сейчас мы в гостинице, едем в наш зал, там будут проходить тест на коронавирус. И после этого мы садимся в автобус и уже поедем в город Чинакале. Как я уже говорила, это самый долгий выезд в турецком чемпионате. Раньше мы ехали на автобусе, потом садились на паром, прямо на автобусе. Автобус заезжал на паром, и мы плыли по морю до другого острова, как раз в город Чинакале. Но я 2 года не была в Стамбуле, за эти 2 года успели построить мост. И вот по этому мосту мы поедем впервые. Это тоже очень интересно, я думаю, очень красиво. Ну что, мы пошли с Федором завтракать. Кстати, Федор вышел с карантина. Наконец-то мы вместе. Мы сейчас отправляемся на завтрак и уже поедем к своей команде. До встречи там! Покажу вам, что выдают обычно в спортивных клубах. Когда мы приезжаем, нам выдают, естественно, форму. Вот на примере Галатасарая это выглядит так. Костюмы, тренировочные майки разных цветов, красные, желтые. Здесь нам на двоих с Федей пока небольшой вариант. Вот еще один спортивный костюм, это парадная форма для выхода на игру. Так что примерно вот так выглядит тренировочный комплект для спортсменов. В каждой команде свой разный, но Галатасарай это вот так. Мы приехали к нам в зал. Сейчас будем сдавать тест на коронавирус. Знаете, кому не страшен коронавирус? Мне. Все, у Федора, видимо, антитела. Вышел заточение. Идем в автобус. Не знаю, сколько с новым мостом нам потребуется на дорогу, но раньше это было часов 5-6. Найден. I'm so tired. Like always. Вот, Олесечка. Привет. Удачи. Да? Найден. Геннайден! Кто идет? Геннайден! Суперстар! How are you, Дина? Рука, glasses, everything. Very beautiful. Style. Still recording? Oh, look, gentleman. See? Gentleman, Feder. Always. Нили! Oh, how many hours we need for trip? Actually, this is not Çanakkale. If it was Çanakkale, it was taking 6 hour bus. Why, it's not Çanakkale? It's a small town in Çanakkale, but before Çanakkale, so I think in 4 hour we will be there. But they build new bridge. Yes, we will use this one also. That one makes the way shorter. Shorter. Yes. Is important. Yes. How are you, Koşa? Perfect.
perfect. Yes. Yeah. She practiced in the night, in the morning, in the between practices, every time she practiced. This is about me. Это говорят обо мне. Я тренируюсь утром, вечером, в обед всегда. Потому что мне нужно набирать форму. Например, вчера у девчонок был с утра свободное время, а я пришла тренироваться. Сама попросилась, потому что я почти 8 месяцев ничего не делала в таком нормальном спортивном режиме. И сейчас наверстываю. Мы готовы. Готова. Готова, подожди. Подожди, чап. Девушка. Девушка. Половинка. Половинка. Good morning. How we call? You know. Доброе утро. Доброе утро, брат. Чао. Наш доктор. Все, мы поехали. Путь дорожку. Gizem, view same beautiful like you. I'm joking. Ее зовут Элипсу. Вот наш номер. Такая у нас красота. Сейчас мы кладем вещи и идем кушать. Вот, собственно, Татьяна. Немножко все устали. 4.5 часа была дорога, но ничего. Сейчас для нас привычно. Сейчас быстренько отдохнем и поедем на тренировку. Так наш обед проходит. Сейчас покажу вам, что обычно кушаем. Это суп какой-то. Мясо. Мясо, курица. Булгур, киноа. Овощи, салат. Все есть. То, что мы любим, все есть. Ну, традиционный турецкий йогурт. Все, нам приятного аппетита. Пошли мы кушать и будем отдыхать. Хотела вам немножко рассказать про наше расписание, как вообще строится день и как мы узнаем, что же мы делаем дальше. Обычно к нам в WhatsApp-группу присылает капитан расписание. И неважно, это тренировочные обычные дни или выезд, как сейчас, у нас всегда есть планы вперед. То есть в каждой команде, кстати, по-разному. Некоторые присылают сегодня вечером только на завтра, и спортсмены живут в таком ритме ожидания, потому что не знают, а что же будет через 2 дня. Но здесь иначе, здесь у нас есть как минимум на неделю вперед, но это такой максимальный срок, потому что сейчас идет неясность из-за пандемии, потому что какие-то команды могут заболеть, у кого-то найдут и определят коронавирус, закроют на карантин и так далее, поэтому есть максимум это неделя. Так вот, вернемся в сегодняшний день. Сегодня у нас есть такое расписание у меня в телефоне. У нас был в 9 утра
ковид-тест, который я вам показывала. После этого у нас была дорога, которая заняла более 4 часов. В районе 5 мы приехали, это было где-то 1:30. Мы сразу же положили сумки, пошли покушали. И вот после этого у нас было свободное время. Мы отдыхали после дороги, лежали, потянулись немножко. И в 5:30 у нас сегодня собрание, это видеомитинг, там, где мы разбираем завтрашнего нашего соперника. После этого в 6 часов, через полчаса, у нас такой снэк, полдник по-нашему, по-русски. И после этого в 6:10 мы выезжаем на тренировку, у нас опробование. Тренировка перед игрой, за день до игры, называется опробование, опробование зала. То есть мы как гости приезжаем, для нас это по-настоящему опробование. Зал новый, поэтому должны себя прочувствовать и потренироваться там. После этого мы возвращаемся, и в 8:15 у нас ужин. То есть мы потренировались, помылись, и у нас ужин. На следующий день у нас в 8:10 утра стретчинг, то есть мы тянемся, у нас игра будет рано, поэтому утренней тренировки не будет. Обычно, если игра там в 5-6 часов, всегда есть у команды утренняя тренировка перед игрой. Но так как у нас игра, если посмотрю, в 14:00, в 2 часа, то у нас просто стретчинг, мы просто потянемся, проснемся, после этого идем в 8:30 на завтрак. После завтрака сразу же у нас в 9 утра еще одно собрание, еще одно видео, вторая часть нашего разбора. И после этого у нас немножко такое свободное время. В 11:30 обед, и в 12:20 мы выезжаем уже на игру. В 2 часа непосредственно сама игра, и после этого мы садимся в автобус и напрямую едем еще вот 4,5 часа до Стамбула. То есть завтра мы уже будем дома и ночевать будем уже в своем городе. Так что такое расписание. Надеюсь, вам было интересно узнать и послушать наш режим. Ну, а для нас это привычная такая рутина. Дыханул Я думал, ты себе взял, Петь, шоколадный брауни. Не себе. На полничка. Я уже плюс один. Плюс один? Да. Все, пошли, покушали, пошли натренироваться. Вон немножко наших болельщиков приехало. И так в каждом городе. Так, наша раздевалка. Ага. У Нили есть сынок, и она с ним разговаривает. Мама, мы ее с сыном, а слуху зайдем. Не ее с балыком. He eats fish in the morning. Yes. Балык, балык. Вот такая жизнь у мам спортсменов. Общаются с детьми по телефону и очень скучают. Зал, где будем завтра играть. Сегодня у нас опробование. У нас началась разминка, все растягиваются, тренеры играют в футбол.
Мы закончили тренировку. Хочу вам показать, что делают настоящие профессионалы после тренировки. И это очень важно. Настоящие профессионалы тянутся после тренировки. Делают стретчинг. Браво! Пошла я потянусь, раз они не всегда тянутся, я всегда тянусь. Так что реальные профессионалы тянутся всегда. Друзья, у нас уже наступил новый день. Вчера я уже концовочку не снимала, потому что был обычный вечер. Поужинали и занимались своими делами. Сегодня у нас все было по расписанию, которое я вам уже озвучила. А это растяжка. После растяжки мы покушали, позавтракали и было собрание. После собрания мы отдохнули. Немножко повалялись еще с утра и пошли на обед. Только что вот вернулись с обеда, и мы переодеваемся. Мы уже готовимся к игре, у нас через 50 минут выезд. Форма у нас сегодня классическая. В Галатасарае есть три формы: белая, черная и классическая. Классическая — это как на мне. Почему классическая? Потому что это классические цвета нашего клуба. И сегодня мы играем вот в такой. Поэтому сейчас одеваемся, готовимся, причесываемся и уже выезжаем. Выезжаем мы сразу с вещами на игру, собираем с собой все сумки свои и уже в полной боевой готовности едем на матч. А после игры все, садимся в автобус и возвращаемся в Стамбул. Ну все, увидимся уже на игре, увидимся в раздевалке. Пока. We go to the game. I'm so excited. I don't believe in them. Мы поехали на игру. До зала очень быстро. Только выехали, здесь играем на зал. Буквально в 2 минутах. Пойдем, подружка, пойдем. Пока-пока, Федор. Наконец-то хоть кто-то забрал у меня камеру. Okay, what you are thinking about today? I want to enjoy like always, Ксемка. Браво, Джина. I'm so excited. Really? Of course. Okay, let's see how you are excited. I am. I love the game. You're right, no matter where you go, you're always on my mind. I could be alone. Have a far from sight. Gizem, show us what you put in your bag usually, huh? It's practice stuff, jersey, and makeup stuff. Of course. Makeup stuff for half bag. Bravo. And some cream and deodorant. Very important. Of course. And this is so important, shiny things. This, yes. Она блестит просто как елка. Она брызгает форму, костюм и просто у нас новогодняя елочка. Look Gizem. Like... Yes, sure. I will show you. See? Can you see it? Can you see this? Okay. Oh. This is the most important things in my bag. Of course. And the other is pyjama. This is my pyjama actually. This is my pyjama. Oh. Gizzy, you sleeping even in your... Yes. Only shorts, Gizzy. Только в шортах спит. I'm living with the Galatasaray, so my everything is Galatasaray, you know? It's спасибо, Гизи, like... спасибо. It's no problem. Very interesting. Все, Олечка, тебя последнюю снимаю. Меня? Красивую, да. Муа! Все, поехали готовиться. Дарья расстроилась. Браво, браво, Дарья. Чок, Гюзель. Окей. Хайд. Let's go! А надо двери закрывать? Да, ладно. Так, мы последние.
На, ключник держи. Паспорту. Да, паспорту. Олесь, твой хвост просто лучший. Я старалась. Красота. А, это пойдем. Прям выигрывать. Да. Myself locked up, can't escape this, there's no way. Now we're haunted by the mystery. Mistakes like chips on a small blind. High tax to pay for lost time. Build yourself up from whatever's left of us. Parts that stayed behind. Выиграли сегодня 3-2, сложнейшую игру. Кто там шейк нас делает? Айран. Шейк Айран. Мы быстро кушаем в автобусе. Так вот, турецкая еда называется пиде. Пиде ведь? Пиде. Эзге. Что у вас? Пиде. Туркиш пицца. Пиде. Да, турецкая пицца мы называем это. Салат. И отправляемся в дорогу. Как кочевники настоящие. Покушали, поработали и поехали. Сейчас покажу вам настоящую турецкую компанию. Команду. Все собрались сзади. Команда. Кушают семечки. Друзья, наконец-то наше долгожданное утро наступило после переезда, после игры. Мы вернулись вчера очень поздно вечером. Но мы уже сегодня в новом дне, а это значит, что у нас сегодня переезд. У нас сегодня еще выходной, неожиданный, должно было быть две тренировки, но тренер сделал выходной. Так, вчера, видимо, была у нас сложная игра, и сегодня заслуженный выходной. Так вот, наконец-то мы переезжаем, наши цыганские будни закончились, и мы перестаем кочевать, и нашли себе потрясающую уютную квартиру.
И я вам сейчас покажу, как же мы жили все эти дни. Выглядит это вот так. Это, ну, к сожалению, не очень красиво, но понятно, что было все поуютней. Ну так, сейчас у нас такой разгром, вон сзади я уперлась в коробку. Эти вещи, здесь форма, вещи, туалет, ванна, все в разгроме. Но факт остается фактом, сегодня мы переезжаем, и вы переезжаете вместе с нами. Поэтому покажу вам чуть позже уже нашу новую квартиру, наше новое жилье, настроение у нас классное. Погнали! Можно я вам немножко еще пожалуюсь из последних новостей? Со мной случилось два неприятных события, и они и так меня огорчают и выбивают, конечно, из колеи. Недавно я на тренировке зацепилась сережкой за сетку. После нападающего удара порвала себе почти полностью мочку уха. Выглядит вот так сейчас, слава богу, все затянулось, но факт остается фактом. Это неприятно, это больно. Вчера на игре на блоке я выбила два пальца так, что выглядит теперь вот так. Просто они огромные, не сгибаются. И это называется будни волейболиста, чтобы вы понимали, для сравнения. И, конечно, такие моменты тоже случаются. И не все так радостно и прекрасно в жизни, да, и когда тебе бывает и больно, и обидно, и ты устаешь, и твое настроение не такое, как ты хочешь. И игра складывается так, как ты, не так, как ты себе мечтал. Но мы идем вперед. И вот этими моментами я хочу сказать, что для того, чтобы ваши руки не опускались, как я себя лично мотивирую, нужно просто идти вперед. Твоя конечная цель, к которой ты идешь, как маяк светит тебе, и ты как локомотив прешь. Ну, я так себе это представляю и так себя настраиваю. Ну все, пожаловался вам, мне стало полегче. Спасибо вам, что могу это сделать здесь. И рассказать, что не только приятные моменты встречаются, и не только кайф какой-то, который мы получаем от игры, присутствует в нашей жизни, но и такие неприятные моменты. Друзья, привет! Наконец-то я снимаю это видео из нашего дома. Стою перед нашей квартирой, перед дверью в нашу квартиру. И хочу вас пригласить с собой и показать то пространство, где мы живем и отдыхаем. Ну что, заходим вместе с вами. Конечно, мы здесь уже с Федором обжились. А вот и сам Федор. Привет. Ну что, начну тогда с кухни, прям напрямую прохожу от входной двери. Так выглядит наше место, где мы готовим. Да, вот у нас пока нет нормальной тарелки или блюда какого-нибудь, мы едим из тазика. Все нормально. Я тебя слепила из того, что было. Федя, кстати, приготовил очень вкусный салат из свежих овощей, поверьте, здесь они именно такие. Как раз сейчас вам покажу, где мы эти овощи покупаем. Федь, покажи, где наш рынок. Вон там красненький. Каждую субботу сюда, вот в это здание, приезжает рынок. И мы там покупаем свежие фрукты и овощи сезонные. Это, кстати, наш вид. Он такой из всех наших комнат. Такой открывается Стамбул из нашего окна. Но мы идем дальше. Так, кухня выглядит. Я вам уже показала, здесь у нас стоит вода. Холодильник, плита, посудомойка, не знаю, все, что нужно у нас есть. Все, что нужно для быта и для хорошей, удобной жизни, у нас существует. Это нам очень важно. Я думаю, что нас эти моменты волнуют, а вам, наверное, интересно. Поэтому вот чашки, кружки, тарелки, все чистое, новое, это такой важный пункт в выборе квартиры и апартаментов. Идем с вами дальше, выходим из кухни. И оказываемся в большой, самой большой комнате в нашей квартире. Здесь мы с Федором обычно тоже иногда кушаем, потому что стол есть и на кухне, и здесь. Здесь есть большой диван удобный, где мы читаем, проводим время вместе, разговариваем. Здесь есть еще один диван. Если к нам приедут наши друзья и родственники, мы их очень ждем и надеемся даже в период пандемии и глобальных запретов, все равно выдастся момент, и наши родные и близкие прилетят к нам в гости. Так, идем с вами дальше, приходим в следующую комнату. Эта комнатка у нас небольшая, мы ее перестроили в такую комнату, где хранятся наши вещи и сумки. Здесь стоит сушилка для вещей,
Ну и как раз вещи иногда мы даже не доносим до шкафа. Здесь лежит наша тренировочная форма, что очень удобно, ты взял все, что тебе нужно, и быстренько собрался. Дальше по коридору у нас ванная с душем. Здесь все просто. Тоже очень уютно. Вот непосредственно Татьяна, которая вам все это рассказывает. Здесь у нас находится душ. Все как... Ничего особенного, все как обычно. Ну и, наконец-то, заключительная комната нашей квартиры – это спальня. Здесь мы с Федором спим, отдыхаем. Здесь находится рабочий стол, за которым я продолжаю учиться, практиковать коучинг, провожу свои сессии. И хочу вам показать матрешек, которых, когда мы увидели, то сразу поняли, все, точно наша квартира. Вот так скромно и уютно мы с Ведей живем в Стамбуле. И подводя итоги этого большого видео, я хочу сказать, что постаралась уместить здесь все самое интересное. Нашу команду, тренировочный процесс, большой выезд в прекрасный город Чинакале. Сегодня вы еще и побывали у меня дома, и мне это очень приятно. Передаю вам большой привет из Стамбула. И предлагаю подписаться на мой канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Мне очень приятно, а вам, я надеюсь, интересно. Увидимся где-то еще!